75-летняя Пугачева появилась на публике в миниатюрных шортиках. Народ ахнул. Знаменитая певица вновь пришла на фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Присутствующие активно обсуждали образ Аллы Борисовны. В латвийской Юрмале продолжается фестиваль «Рандеву», организованный Лаймой Вайкули. Дружащая с ней исполнительница хита «Миллион алых роз» всегда является желанной гостьей на мероприятии. Накануне похорошевшая Пугачева попала на камеру, заставив всех критиков замолчать. Экс-супруга Киркорова словно помолодела лет на 20. Довольная произведенным эффектом, певица решилась на еще более дерзкий шаг. В отличие от вчерашнего дня, Пугачева появилась в зале в сопровождении своего супруга Галкина, решением Минюста РФ признан иностранным агентом. Но зрителей удивило не это, а смелый образ Аллы Борисовны. 75-летняя артистка заявилась на фестиваль в мини-шортах. Она дополнила образ шляпой с широкими полями и темными очками. We'll be right back.